Давоса. Все это может закончиться броском и голом. 1-0, впереди Давос. Маркса. Один человек на пятачке, у Давоса один на дальней штанге, через защитника. Да. Молчит. Жанни по-прежнему в атаке. Бросок. Гол! И это Джейми Лундмарк. Там Брендл, если не ошибаюсь, пострадал, и шайба в воротах. Павел Брендл как раз. Два игрока на пятачке, еще один бросок. Гол! И 26 секунд, 26 секунд. Как вам понравилось выступление рижского «Динамо»? Здесь даже шумометр не нужен. Дали дань уважения лежанам, светителям Валент-Арены.